Живопись — ее новый способ общения с миром. В 32 года она потеряла зрение, и с тех пор ее жизнь полностью изменилась. Сегодня Инна Корсак пишет картины и через них делится своими чувствами. В очень короткое время я потеряла все, мне казалось. Я потеряла здоровье, я потеряла работу, близких людей, оказалась одна. Чаще я изображаю либо что-то про людей, про какую-то эмоцию, либо природа. Ну, больше природа, конечно. Природные явления, такие как дождь, цветы, мне нравится, что-то зеленое. Но в этом всегда есть какой-то глубокий смысл, глубокая эмоция и моя история. Сегодня услышала я здесь мнения разные, от космоса до детства и булочек, поэтому... Вот, например, я вижу, что зеленый, да, зеленый для меня — это трава, это какие-то хорошие, веселые эмоции, это как детство почти. То есть у вас эта картина вызывает радостные чувства? Да, у меня вызывает она радостные чувства, и у меня... я вижу в ней свое будущее, я бы сказала. Она пример того, когда... В жизни ни от чего не застрахованы. И любые ситуации могут случиться с нами в любом возрасте и в любом месте. Но она показывает, что нельзя опускать руки. И что в любой ситуации ты все равно находишь в себе силы для того, чтобы развиваться, для того, чтобы жить, для того, чтобы оставаться полноценным гражданином страны, для того, чтобы делать в этой стране много хорошего. Интерактив заключается в том, чтобы дать людям почувствовать возможность, как она пишет картины, скажем так, с ее особенностью. Я предлагаю поучаствовать вам в этом интерактиве. Да, давайте, это интересно. Тяжело, конечно. Тяжело понять размер. Знаете, что интересно, все пытаются дорисовать солнышко сегодня. Вот, наверное, каждый второй пытался дорисовать солнышко. Это очень интересно, потому что, несмотря на осень и, наверное, такое депрессивное состояние души, все пытаются внести радость в сегодняшний день. Да, я вот солнышко нарисовала с этой целью. Я подумала, мне так грустно, надо нарисовать солнышко. Одевает наушники, мы ему включаем музыку, значит, и он закрывает глаза и что-то представляет. А здесь включается музыка, шум дождя, шум города. Ну, интересно, а что люди обычно говорят? Прогулка по ночной улице, значит, фонарь какой-то, возможно, вот что-то максимально похоже. Здесь у нас есть поэтический уголок. И, конечно же, я не могу пройти мимо этого уголка, поэтому обязательно сейчас напишу какие-нибудь строчки. Другая глубина написанной картины. И то, как чувствует она, дано не каждому. Картины Инны Корсак в проекте «Ориентиры». Нам дарят чувства, говорят о важном.